Как же я люблю находить на AliExpress магазины быстрой доставки. Всем привет! Сегодня распаковка, потому что тестировать особо нечего. Посылка была отправлена 10 октября. Сегодня 27 число, и я держу ее уже в руках. Ура! Итак, что же я заказывала, что получила? Вот такой замечательный держатель для бритвенного станка. Крепится он на плитку или на зеркало и держит станок. Пластмасса крепкая. Ну, посмотрим, как он будет в пользовании. Стоил он 88 центов. Цвет у продавца один, голубой. Также я заказала две губки. Стоили они всего лишь по 36 центов за каждую. Они вот влажные в пакете. Сейчас посмотрим. Продавец пишет, что они предназначены для умывания, для нежной кожи, возможно, даже для детской. Также пишут, что можно использовать в качестве полотенца для лица. Я так поняла, что отжатая губка хорошо впитывает влагу, и если умытое лицо как бы промокнуть этой губкой, она убирает капли воды. Размер, вы как видите, примерно с ладонь взрослого человека. Очень мягкая, эластичная губка. Попробую в пользовании. Конечно, буду пользоваться, пробовать. Еще одна покупка на пробу. Давно хотела попробовать имиджевые очки. В общем, увидела у этого продавца по хорошей цене. Для пробы, то есть, как бы, если не подойдет, не жалко. В общем-то, этих $2. И мне хотелось что-то с синим или с голубым. У него около 9 цветов оправы. Очки, вот я так смотрю, достаточно качественные. Стекла без царапин. Ну, это, конечно, не стекла, но царапин нет. Мне понравились. Кстати, я уже попробовала их одеть на себя. Сидят очень удобно. Вообще мне ничего нигде не мешает, не давит. Ну, а буду ли я их носить, я пока не поняла, честно говоря. Ну, нужно смотреть с разным макияжем, с одеждой. В общем, форма так мне подошла. Стоили они $2.20. Ну вот и вся посылка. Продавца рекомендую за быструю доставку. У него там полно всякого товара. Желаю удачных покупок!